И я продолжаю. На том же месте, на котором закончил. Да, вы уже выглядите лучше. Спасибо вам за вашу заботу, Беньян. Пришло мне время отсюда отправиться дальше. Фу. Похоже, что вы куда-то очень спешите. Я не спрашиваю, но скажите одно. Вы, наверное, от кого-то убегаете, правда? Это должно значить, что скоро опять будет война. Я свое сделал. Вы видели мою работу. Что-то говорит мне, что скоро будет большая драка. Так вы солдат? Да, был. Наверное, я уже стал старше, и поэтому, когда я оглядываюсь назад, все мне кажется бессмысленным. То есть, может, когда первый император это затеял, эта война имела какую-то цель. Но после стольких лет, похоже, война продолжалась сама по себе. Никто из нас не знал, за что мы должны драться. Война жила своей жизнью. Смертные. Им не понять этого. Простите, я всего лишь думал вслух. Прощайте. Я не знаю, куда вы идете, но желаю вам счастливого пути. И тут есть сундук, который я, конечно же, не буду открывать. Фу, и так слишком крутой, чтобы его еще подкармливать. А, вот сюда надо было пойти. Так, а тут куда проход? А, тут типа так. Фейковый путь к сундуку. Понятно. Тут вообще драчка какая-нибудь могла бы быть. Ну-ка, я хочу с кем-нибудь тут. О! О, какая штуковина. Ну-ка посмотрим, что он делает, этот кусака. Удар пламени, хорошо. Да, кстати, я что-то вспомнил, что Final Fantasy 8 тоже было похожая игровая механика, что можно было вытягивать магию из врагов. Что-то вот читал, что он сам уязвим к огню и думал, может его этот удар не записывать, а сразу же использовать, как на красного гиганта.
когда магия Полу была в замке Ультимеции. Но здесь так не получится. Надо сначала выучить, а потом использовать. Так. И вот так ты наш нашел. Даже если ваша милость еще не совсем здорова, вы все же Бог, один из вечных. Если вы и не воспользуетесь вашей силой, если вы просто дозовете ваше имя, и то влияет на весь мир достаточно, чтобы те, кто это чувствует, смогли сразу почуять ваше присутствие. Так появиться. Так ты не заставишь нас пойти в столицу не за любые, не за какие ковришки. Верно. Время не замутило вашу интуицию. Это что за покемон? Огневетренные атаки. Ну, посмотрим, что тут сделаешь. Ну а теперь превращаемся в дракона. Может огненный ветер использовать. Это то, что главные герои только с помощью комбо делают. Только будем бить полный. Мне надо было знать, что такого вашей милости не так-то легко достичь. Я не понял, что ваша сила так сразу вернулась. Теперь мы уже восстановились, но часть нашей силы тебе надо знать, тебе, простому смертному, не удастся запугать нас.
такого, как я, не уничтожить такому, как ты. Возможно, та тварь, что ваша милость победила, одна из многих, что у меня есть. А дальше, если я не ошибаюсь, то думаю, что ваша вторая половина только родилась, да? Даже если он Бог, как и вы, нам было бы в чем-то проще иметь с ним дело, правда же? Правда. Хотя я и должен это признать, ты говоришь правду. Теперь мой путь ясен. Мне надо спешить в столицу, пока ты найдешь его. Черт, у него уже хватает сил летать. Лови его, не дай ему уйти. Благодарю. Марвок снова. Сколько поездок в этом месяце? Не думаю, что видел кого-то, кто беспокоится о выгоде, как он. Расскажи мне об этом. Посмотри-ка на размеры привезенных им ящиков. Да, хорошо. Я полагаю, ты должен быть таким, чтобы заключать такие сделки, как он. Мы по разные стороны, помнишь? Похоже, что все чисто. Похоже, что все прошло как надо. Да, мы зашли так далеко, что нет пути обратно без Элины. Покажи нам панораму. А, ну и Рон, конечно же, выучил вот этот туда же пламени вместе с Фолу. Так, Финствик, это я что ли за кадром выучил? Эта деревня называется Кион
в честь солдат, которые охраняли имперскую дорогу. Кион означает «люди моста» на языке империи. Это оружие... Так, оружие предлагаешь. А, у меня денег нет. Ага. Ага. Слышал, что прибыл пескоход с кучей ящиков. Думаю, что это старые Марвоков опять прислал товары. Много все на продажу. Ну, я все равно сорняки. Я чуть не моту. Ну, давай. Вы слыхали? Они послали еще войска. Думаю, они ищут дракона. Тебе что-то это еще? Не говорите те про это. Помните, недавно очень красивая девушка проходила тут. Интересно, куда она пошла? На новобранцы? А. Здесь можно отдохнуть. Так, отдыхать мне есть смысл? А, есть. Так что давай-ка. Так, украсть ничего тебе нельзя. Видимо, нельзя. Так, с этой я не... А, это торговец. Мы немного берем с каждого груза от оружия, который проходит тут, и продаем его сами. Я знаю, что это неправильно, но должны же мы как-то жить. Не могу дождаться, когда я вернусь домой и увижу свою почётную девушку. Интересно, когда я смогу вернуться? С этим нельзя поговорить. Они видели, что ворота скоро откроются. Мне повезет, если я смогу использовать эту возможность для возвращения домой. Они не... Те использовали ворота с самого конца войны. Это вход в имперскую дорогу, которая соединяет восточный континент Леванта с западной Хесперией. Но знаете ли вы, кто такой на самом деле? На самом деле это не мост или дорога. Это магические врата, которые могут мгновенно переносить людей или вещи из одного места в другое.
эту эпичную музыку. Тут, кстати, тоже потолки высокие. Ага. А, вижу. Сюда можно. А. Что это такое? Откуда я? А, ну я же отсюда и зашел. Сюда, значит. Ага. И тут еще один лабиринт. Интересно, так шум ветра сменяется эпичной мелодией. А, запутаться бы. Что? Так, не отсюда ли я пришел? Да, отсюда. Так, здесь я был. Целебная трава. Полочки, полочки. Но тут пустые, как я понял. Нифига себе, горшок. Они всех убили. Ничего. Сундук. Так, давай-ка край. Ты следи. Thank you.
Так, это шлем. Так, что я пришел ведь? А, не, отсюда, наверное. Блин. Что это? Хоть играл бы я Nintendo запись, я бы вообще не переживал по этому поводу. А так... Не затягивать бы. Целебная трава очень вовремя. Надо бы... Так, что она? 30... А, так у меня ж яблоки есть. Что я? Яблок я... Набрал кучу просто. А, ага. Пришел куда надо. Так, и здесь уже дальше по сюжету нам пойти. Тут можно вернуться обратно, что я и сделаю. Так, первый этаж. Так, ну я для начала проверю все этажи. И... Ага, вот здесь мы были, на третьем. Может там, на каком-то из них. Нельзя попасть без этого лифта. И на этом я закончу серию. Всем пока.